Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Переходила железнодорожные пути в наушниках и смотрела в телефон. Очередная трагедия на железной дороге. В Рогачеве под поезд попала десятиклассница. Наезд произошел накануне около 17:30 вечера прямо на железнодорожной станции Рогачев. Девушка возвращалась из школы, шла по пешеходному переходу на вокзале станции Рогачев, слушала музыку в наушниках и что-то смотрела в телефоне одновременно. По станции проходил грузовой поезд, состоящий из 78 вагонов. Машинист увидел переходящую девушку, подал сигнал большой громкости, она этого не услышала. После этого машинист применил экстренное торможение. Однако предотвратить наезд не удалось. Девушка была сбита поездом, отлетела в результате этого на 10 метров, ударилась задней частью головы и впоследствии скончалась в больнице. В этом году это уже четвертый случай травмирования людей железнодорожным транспортом на территории Гомельской области. Все они закончились смертельным исходом. Правоохранители просят быть предельно внимательными при пересечении железнодорожных путей. Пострадать от техники можно где угодно и как угодно, даже на огороде собственного подворья. В Гомельскую областную клиническую больницу накануне был доставлен житель деревни Телиши. 53-летний мужчина получил травму при падении на культиватор в огороде своего домовладения. Нашел чужой кошелек и решил, что повезло. Однако счастье длилось недолго, всего 10 дней. Гомельчанин за присвоение чужого имущества попал под статью Уголовного кодекса. В воскресенье 7 апреля 45-летняя женщина, находясь в одном из магазинов торгового центра по Реческому проспекту, обронила кошелек, в котором находилось более 400 рублей, документы на автомобиль и банковские карты на ее имя. Узнав о пропаже, женщина заявила в милицию, которая спустя некоторое время установила личность разыскиваемого гражданина. Как выяснилось, кошелек подобрал 65-летний мужчина, который решил находку оставить себе. Похищено и изъято, возбуждено уголовное дело. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, утерянная либо оставленная вещь в магазинах, учреждениях здравоохранения, административных зданиях должна быть возвращена владельцу, либо передана администрации, либо сдана в орган внутренних дел. Иначе лицо, присвоившее данную вещь, может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кража. Так обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.